Лангепасскую больницу посетила выездная бригада врачей окружного кардиодиспансера. Специалисты приезжают в город раз в два месяца и оказывают комплексную консультативную и диагностическую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Подробности расскажет Валерия Ружицкая. Более 30 пациентов местной больницы осмотрели и проконсультировали специалиста окружного кардиологического диспансера. Находится он в Сургуте. Такая возможность предоставляется горожанам один раз в два месяца. Это уникальная возможность для пациентов, то есть обратиться в широкопрофильную больницу для проведения обследования. Мы проводим отбор кардиологических пациентов с ишемической болезнью сердца для проведения коронарографии и выявления стенозов коронарных артерий, жизнеугрожающих нарушений ритма сердца. Проводим полный спектр обследования. В этот раз осмотр лангепасцев ввели кардиолог и медицинская сестра. Прием осуществлялся по заранее составленному списку. Его формировали участковые терапевты. В числе первоочередных те, кому по показаниям действительно нужна высококвалифицированная помощь. Нелли Терещенкова на подобном приеме впервые. Выехать в соседний Сургут у нее возможности нет. И это очень хорошо, что вот приехали специалисты, и, ну, в принципе, я попала на прием. Я очень рада, что в Лангепасе, не приезжая в Сургут, можно это все, ну, в принципе, организовать и попасть туда на прием. Между Лангепасской городской больницей и окружным кардиологическим диспансером выстроены партнерские отношения, говорит главный врач местной больницы. Обследования окружных специалистов проходят в рамках программы «Диагностика одного дня». В центре их внимания диагностика ишемической болезни и порока сердца, как следствие приглашения пациента на оказание высокотехнологичных способов лечения. У нас давние отношения с окружным кардиологическим диспансером города Сургута. Мы для наших пациентов города Лангепаса организовали медицинскую помощь по двум направлениям. Помимо того, что у нас помощь по кардиологии оказывается непосредственно в Лангепасской городской больнице, и мы имеем все возможности для диагностики, тем не менее, есть возможность направить пациентов на диагностику одного дня в город Сургут. Когда за один день пациент приезжает, получает полностью и консультативные, и диагностические услуги и возвращается в Лангепасскую больницу для дальнейшего наблюдения и лечения. Такое взаимодействие врачей окружной кардиологической и Лангепасской городской больниц позволяет не только вовремя диагностировать заболевание, но и своевременно организовать лечение, чтобы жизнь пациента была качественной и продолжительной. Валерия Ружицкая, Дмитрий Филимонов.